Ситуация на рынке труда Тольятти находится на контроле у властей как регионального, так и федерального уровня. Сегодня моногород во многом зависим от ситуации на АвтоВАЗе, и потому необходимо создавать альтернативные рабочие места. АвтоВАЗ создавался всей страной, и тот масштаб, который мы сейчас имеем, он, безусловно, один город и даже, может быть, регион без поддержки федерального центра те некоторые проблемы, которые возникают при спаде рынка, преодолеть не может. Создание рабочего места – это близко к искусству. Нужна предпринимательская инициатива, нужен продуманный план, нужно то, что будет продаваться, нужно уметь привлечь средства и нужно уйти нужных людей. Сделать экономику Автограда более устойчивой помогут производственные проекты резидентов Жигулевской долины. На первом этапе 8 инвесторов готовы создать почти 500 рабочих мест. Цеха по производству высокотехнологичных продуктов планируют возвести при поддержке Фонда развития моногородов. Одно из важнейших условий – новые предприятия не должны быть связаны с автопромом. Проекты действительно очень интересные, и многие из которых могут принести большое количество дополнительных рабочих мест. Это основная задача для фонда и представителей Самарской области, представителей муниципалитета открыты. И мы все вопросы, которые возникали, открыто обсуждали. Вот, я надеюсь, что достаточно быстро придем к конкретному результату, а именно выделению со стороны фонда средств. Общий объем инвестиций порядка 900 миллионов рублей, из которых треть примерно мы рассчитываем получить от Фонда развития моногородов. В основном это затраты, связанные с подготовкой инфраструктуры. Нам их еще нужно будет обосновать. Для этого мы будем в этом году готовить проектно-сметную документацию, проходить госэкспертизу и уже включать эти затраты в подаваемую заявку. Остальные расходы, две трети от этой цифры, это инвестиционные расходы самих резидентов. Кроме того, Фонд развития моногородов может предоставить инвесторам льготные кредиты под 5-6% годовых или участие в капитале, а также провести обучение управленческой команды, которая призвана помочь Тольятти получить статус территории опережающего социально-экономического развития, что позволит привлечь десятки инвесторов за счет налоговых каникул. Представители фонда признали перспективными для включения в программу поддержки площадки индустриального парка «Тольятти-Синтез» и предприятия «Куйбышев-Азот».